Всем доброго времени суток. Получил очередную маленькую бандероль. Оценено в 2 бакса. Ну, по описанию это вроде как наушники. Распечатаем, посмотрим, так ли это. Опять записка. Александр, здесь понятно. Это ребята, не заказ, это подарок. Это подарок от того продавца, у которого я заказывал Wi-Fi роутер. И вот он, как обещал, он мне другой отправкой отправил вот такие вот наушники. Ну, молодец, китаец. Это вот помните, если кто смотрел распаковку роутера, это он же и отправил, судя по его записке. Ну, вот такие вот наушники. Китаец молодец, конечно. Здесь какая-то регулировка громкости. Кнопка ответа, я так понимаю. Гарнитурку такую прислал. Ну, в принципе, еще один плюс продавцу, который не обманывает. Хотя в прошлом видео я говорил, что он меня обманул. Ну, на этом все. Ссылка на этого же продавца, у которого заказывал роутер, будет в описании. На этом все. Всем спасибо. Пока.